Товарищи! Спасибо. Отлично. Окей, мы начнем погрузку. Когда я вернусь завтра, надо будет отправить. Под его эксцентричной личиной, скорее всего, скрывается цель. Здорово, друг. Это Альфа-5, все чисто. Прием. Как поживаете, сэр? Вам туда. Прикольно. Это гребаные мины на взводе? Ага, на взводе. Это же безумие. Мы подорвемся к чертовой бабушке. Никто здесь не умрет. На этой работе много лет, и ничего никогда не случалось. Мистер Декстер хочет продемонстрировать, насколько эти хреновины безопасны. О, ну это уже слишком. Расслабься, а? Они взрываются только если их активировать и детонировать. Так что, если ты внезапно не начнешь петь и танцевать, как Майкл Джексон, то беспокоиться тебе не о чем. Привет. Так, значит, сначала белки взбить? Или шоколад плавить? Ага, понял. А, сначала взбить сливки, потом расплавить шоколад. Да, понял. А принципиально, какой шоколад плавить сначала? Нет? Окей, я запомнил. А, поставить, остужать? Да, понял. А потом запихнуть в морозилку, ага. Да, отлично, спасибо. А, она будет без ума, ага. Потом расскажу, что получится. Окей, да, увидимся. Отлично, привет. Мистер Трэвис, надеюсь, это что-то важное. Вы знаете, что... Сочту за честь, мистер. О, да. Подъем, сучки. Собирайтесь, звонил босс.
Нам выпал шанс убить легенду. В исследовательский центр Dexter Industries, где ведущие научные умы и высокие технологии делают невозможное возможным. Dexter Industries. Здесь творят чудеса. Ладно, поехали. Сюда, это сюда. Ну, я думаю, пара минут, и все готово. Вы входите в исследовательский центр. Ну вот, можно работать дальше. Технологии делают невозможное возможным.
пожалуйста, шлем. Свинками. Ему явно нравится их взрывать. О, у него со свиньями личные счеты. Поговаривают, был случай еще в ранние 70-е. Жуткая история. Мне говорили Грин. Какой-то буйно помешанный ворвался в его дом, пока родители уехали из города. Да, вся эта история как фильм ужасов. Чувак отправил сиделку в кому. И бросил доктора Грина и его сестричку в загон для свиней, чтобы пошарить в доме без проблем. А свиньи голодные, агрессивные, громадные деревенские боровы, сплошные клыки и мышцы. Один бросился на его сестру, и доктор Грин убил его кочергой. Но боров завалился и его придавил. А девчонка была слишком мала, чтобы его вытащить. Так что они там провели 2 дня. А когда их наконец нашли копы, ногу пришлось ампутировать. Вот так. Да. Господи, ты серьезная? Это же... Не могу поверить, что я говорю о докторе Грине, но бедный парень. Да, да, да. Но он все равно козел. Это ничего не изменит. Мало ли что было. Трепаться про тайные лаборатории, тебя вызовут на небольшой разговор с начальством.